Право на получение югорского семейного капитала продлили до конца 2030 года. Изменения в окружные социальные законы рассмотрели сегодня на очередном заседании Думы Югры. Напомню, югорский семейный капитал назначается при рождении второго и последующих детей. Размер выплаты составляет 177 тысяч рублей. Планируется, что со следующего года получателей этой поддержки станет больше, по прогнозам, до 10 тысяч человек. Также депутаты поддержали законопроекты поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Они касаются статуса многодетной семьи. Теперь таковой считается семья, имеющая трех и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством. Ну и самое важное, наверное, это меры государственной поддержки населения Малой Югры, когда семьи относятся к малоимущим, когда расчетно их совокупный семейный доход меньше прожиточного минимума, такие семьи получают специальные доплаты. И дополнительно выделено 93 миллиона рублей, и в целом это в год затраты составляют почти 2,5 миллиарда на поддержку таких семей.